Всем, ребят, привет! С вами Седой Копатель. Сегодня выехали в лесок на разведку. Лес старый, древнючий. Решил по старине покопать. И вы знаете, такое ощущение, что вышел не по старине, а по войне. Лес усыпан патронами. Всего-навсего одну гильзу нашел, ребят. Одна гильза и куча патрон. Когда нашел первую, подумал охотники. Вторую нашел. Ну ладно, охотники стреляли. Но когда россыпью по всему лесу гильзы, причем гильзы какие-то нестандартные, они обычно идут, да? Латунь, да? Или бронза. Ну, вы меня понимаете, из цветного металла. Но эти необычные. И сейчас я вам их покажу. У нас в Самаре боевых действий не было. Единственное, что Колчака здесь гнали. Может быть, это с того времени. Я не специалист по войне. Пожалуйста, помогите, что за патроны, что за гильза. Ребят, вот такие вот находки пока. Усыпано. Лес усыпанный. Судя по окислам, это железо. Ну и металлоискатель кричит, что это железо. Причем, смотрите, разный калибр, походу. Разные. Вот они. Все железные. Одна гильза. Специалисты по войне есть. Так что прошу. Прошу оценить, что за гильза, какого периода. Вот такая вот. По древнятине единственное, что нашел, походу, вот такой вот гвоздик. Возможно, клин от топора. И излишки советской эпохи. Копеечка советская. Ну, это грибник. Так что пока вот так вот, ребята. Не густо, не густо. Хочу найти и наткнуться. Хоть немножко ходить по старине. Итак, ребят, наткнулся я на интересное место. В глуши место... Вот такое вот. Оно как бы, я вижу, старое. Тем, что ветки ломанные, спиленные давным-давно. Лежанка на одного человека. Костер. Если костер, это означает что? Здесь ночевали. Здесь жили. Хочу сказать, что охотники... Если себе делают такие места, костры они не жгут. Потому что зверей очень сильно отпугивает. Смотрите, связаны лайфхаком из бутылок. Вот такая вот хреновина. Народное творчество. Вот как-то вот так вот, ребята. Опять на какое-то интересное место наткнулся. Подушка, ребята, смотрите. Березовая кора, подушка. Или просто кто-то себе устроил выживание в лесу. Потому что вот это вот... И вот это вот принесли с собой. Может быть, кто-то здесь выживал. Ладно, идем. Ребят, блуждая по лесу, попадаются цветные сигналы. Но зачастую это либо гильза, или же пробка. Потому что здесь есть кое-где дороги. И около дорог пробки встречаются. Но я совсем забыл, что грибы собирали всегда. И был цветной сигнал, и выпала, судя по размеру, трешка. Вот такая трешечка. Сохран хорош. Герб старый. Так, год
52, наверное, по гербу, судя. Да. 52 год. Хорош. Вторая монета. Грибники. Грибники. Зачем в лес берут деньги? Не знаю. Я как бы возвращаюсь. Ориентировочно я помню, что машина там. Блуждал 2 часа. Карман, смотрите, отвисает от железа, от пуль. В общем, разведка состоялась. Старины больно здесь нет, а должна была. Ну ладно. Кстати, то место, которое я вам только что показывал, там, знаете, шалаш, это может быть копатель, потому что здесь я встречал ямки. Может быть, из-за этого патроны железные есть, а гильз нету. По логике, если посмотреть, гильза, патрон, да? А гильз вообще практически нет. Ладно, продолжаем, продолжаем. В поисках чего-нибудь старого. Вон там, ребят, откопал напильник, бросил к дереву. Ничего интересного. Думаю, с какого хрена в лесу напильники делают. И вы знаете, следующий сигнал, который был следующий, у нас вот такая вот петлица. Петлица. Это то ли связь, то ли... Ну, какие-то технические войска. А, трактор нарисован, ёшкин кот. Трактор. Инженерные войска. Вот из-за этого здесь напильник валялся. Видно, здесь в советское время тракторами что-то делали. И причем при помощи солдат. Да, консервные банки той эпохи здесь полны. Ладно, продолжаем. Ну, что-то вроде как интересное. Не знаю, что за интересное. Может, вы мне подскажете. Вот такая откованная хреновина. Может, копаушка, ребят. Но я так, юмора, ребят. Вещь кованая. Отверстие здесь еще. Какой-то зацеп чего-то. Ну, что-то хоть. Древненькое у нас все-таки сегодня нашлось. А что именно, не знаю, может, подскажете. Иду в сторону машин. Итак, ребят, я успешно вышел из леса, нашел дорогу и по дороге отыскал свой автомобиль. В общем, ребят, сегодня выход у меня был с разведкой, узнать об этом лесочке немножко побольше. Думал, здесь у нас будет старина, но, к сожалению, по находкам вам даже похвастаться нечем. Но все равно покажу, сколько я накопал здесь гильзы, патроны. Вот. Так что не особо. Думаю, может быть, сейчас перееду в другой лесочек. Может быть. Вот. И продолжим. Хотя у меня времени совсем мало. В этот лесок я заехал из-за того, что поехал в магазин за краской. Мне нужна была краска, мне ее не хватило. Я делаю ремонт. Кто делал, поймет, что это вечность. Ну и по находкам сейчас вам покажу. По находкам, ребята, у меня получилось вот так. Вот такое количество патронов. Патроны, ребята, есть неплохого сохрана, а есть ужасного, вообще ужасного. Они что, железные, что ли, были? Вот очень много. Такое ощущение, как будто, не знаю, здесь война была. По монетам. Две монетки по копеечке. Трешечка, 52-й, пуговка, петлица, нарисован трактор, тракторные войска. По кованым вещам вот такая вот. Напишите, что это такое. Это у нас от топора клинок. Это не знаю, что это такое, но тоже кованая. Такую вещь тоже взял, не знаю. Тем, что здесь вот заостренно. Пуль, смотри, сколько, да? Много пуль. А гильз всего-навсего откопал три гильзы.
Здесь что, копали, что ли? Копали и гильзы собирали. А патроны железные, цветной сигнал, только такой выкапывали. По идее, ребята, да? По идее, сколько патронов, столько должно быть и гильз. Но у нас гильз всего 3. Значит, здесь этот лес копанный. Нам здесь делать нечего. Отправляемся в другое место. Погнали. Вот под этим корнем. Видите, корень? А вот что-то. Вон, смотрите. Надеюсь, не сломаю. Сигнал приятный. Смотрите, какой, а? О, какой. Смотрите, трехлопастной. Вот это да. Смотрите, целый с хвостовиком. Ни хрена себе. Вот это топор.